Ребят, ну вот мы подъезжаем к Лазаревскому, проехали Туапсе. Плохо видно, конечно, едем вдоль моря. Море спокойное, корабли. Время сейчас без 15:04 утра. Спали хорошо. Вечером здесь прохладно. Вещи уже собрали, вот у нас у Миши почему-то кровь из носа пошла. Может быть, рано, потому что проснулся, вот Андрей стоит. Андрей. Все, ребят, вот наш поезд, вот наш папа, вагон наш 9-й. Тепло, так хорошо. Сейчас пойдем по утреннему Лазаревскому. Все, берем сумки. Давайте по городу. Немножко вам атмосферы. Так, быстрее здесь, потому что такое активное движение. Ребят, мы сейчас немножечко чилим, поставили вещи. Миша там на фоне. Слышите? На самом деле здесь, я смотрю, уже выпечку продают, то есть голодными не останетесь. Мы сейчас пойдем пешком до нашего гостевого дома. Очень много людей, температура воздуха прекрасная, где-то, мне кажется, 27. Вот все наши вещи. Такая обстановка прям приятная. Очень рада, что сюда вернулись, как и обещала я в последнем видео. Сказала, что Лазаревск, мы обязательно к тебе вернемся. И мы вернулись. Очень классно. Настроение супер. Все, ребят, идем. Обстановочка такая. И совсем нам не тяжело. Прохладненько еще. Время 4:30. Вывески везде горят. Очень уютненько все выглядит. Миша спрашивает, это осень. Здесь всегда так. Листья. Вот прошли вкусные точка. Океанариум, Амазонка. Сейчас недалеко и будет торговый центр «Бирюза». Мы решили идти пешком, потому что нам торопиться некуда. Заселение только в 11 часов. Но хозяйка сказала, можно оставить вещи. Сейчас вещи оставим. Аквапарк. Не знаю, правда, ребят, какой. Хозяйка сказала, можно оставить вещи, и мы пойдем на море. Вот мы подходим к нашему гостевому дому. От железнодорожного вокзала путь занял 20 минут. Совсем недалеко. И вот она, наша любимая улочка. Добролюбова 5, гостевой дом «Евелина». Мы будем жить на 3-м этаже. Очень нам понравилось в прошлом году. И решили в этом году повторить. Вернуться сюда опять. Мы оставили вещи. Время 5 утра. Как лайфхак, где в районе Морской Звезды, пляжа «Дельфин» Свирского покушать. Вот здесь вот уже готовят. Можно взять чебурек, пончики. Вот так вот все готовится. Ну, я вам и в прошлом году показывала это место. Здесь еще не все приготовили. Вот, например, чебурек с мясом 130. Понятно, что это еще вчерашнее, но здесь очень вкусно. Сейчас пойдем на море. Вот взяли вещи. Миша у нас танцует. Хозяйка сказала, что попросила других ребят пораньше даже выехать. Но нам в любом случае сейчас где-то тусоваться. Сейчас на море побудем, потом сходим позавтракаем, наверное. Я, по крайней мере, выпечку не буду. Это Андрей у нас по выпечке. Любит всякие пирожки. Решили в этот раз зайти вот с этой стороны. Да, пляж «Дельфин» — это в районе мексиканского Тушкана.
Мы смотрели видеообзоры, там очень здорово сделали. Вот Миша чуть не упал. Ой, море, наконец-то. Вот оно, мое хорошее. Так, смотрите, что по ценам. Аренда шезлонга 600 рублей с 8 до 19 часов. Депозит кровати 600 рублей с 8 до 19. Кровать, я так понимаю, вот это. Ну и здесь вот это. И здесь открываются зонтики. На самом деле сейчас ищем место, чтобы переодеться. Конечно, на пляже еще никого нет. Время 5 утра. Вот один только мужчина плавает. Ну и вот он, мексиканский тушкан. Ребят, забыли взять коралки. Миша вон трясется весь, говорит, холодная вода. Нет, вода теплая. Я вот в таких, поэтому я смогу зайти. Ну, волна такая приличная. Ну, прям что-то такая волна пошла. Все сегодня обещают грозу, поэтому даже не знаю, надо обязательно искупаться, думаю. Ну, давайте. Ну, давай, не бойся. Первое купание в море в году. Сейчас я тоже пойду. Дергайся. Я, наверное, тут звук пойду. Ребят, пришли в минутку столовую Тамары, но они работают с 8 утра. А нам нужно уже покушать вот эта столовая минутка. Пойдем в нее. Она работает с 7. Миша вот очень у нас уже устал. Но сейчас ждать это, конечно, нереально. Так что пойдем в эту минутку. Так, ребят, ну сейчас сниму вам меню. Именно столовые минутки. Останавливайтесь, если хотите. Завтрак: каша молочная манная, суп молочный рисовый, каша молочная овсяная, блинчики. Первые блюда, вторые блюда. Такие вот салатики. Хорошо, сейчас возьмем. Так, ну что, будем делать сейчас заказ. Итак, ребят, что мы взяли? Вот такой овощной салат, я черный чай, гречка с подливой с двумя тефтелями, суп лапша, манная каша, два компота, и я взяла себе еще фасоль с чесночком. Общий чек, представляете, 500 рублей всего лишь. Сейчас покушаем, оценим. Ну что, ребят, вот мы позавтракали в столовой минутке, не путать минутку у Тамары, потому что мы в прошлом году кушали именно в минутке у Тамары, нам очень понравилось. Нравилось там. Ну, в принципе, было неплохо мне. Обычные тефтели, не так, что прям вау, гречка. Ну, не сегодняшняя, конечно. И меню у них намного проще. То есть не такой широкий ассортимент. У Андрея была лапша. Как тебе, Андрей? Мне лапша не понравилась. Не понравилась. Такое было ощущение, что 2-3 дня лапша... Попробовал Миша манную кашу, она была холодная. Вот так вот. Ну, давайте поставим 6 из 10, да? Ну, 6. Был бы выбор, я туда не пришел. Вот так вот. Такое вот мнение. Ребят, мы пришли опять на пляж Дельфин, надули свой круг. Вот такая вот обстановка на пляже Лазаревская, 9 июля 24 года, 8 часов 49 минут. Достаточно много уже людей. А вдруг там кто-то проплывает? Вода чудесная, солнышко. Миша, Миш, довольный, проснулся наконец. Ребят, побыли на море,
очень хорошо искупались. Немножко пасмурно. Это Андрей. Хотим сходить сейчас купить продукты. Как всегда, переходим здесь железнодорожные пути. Кстати, многие мне писали в комментариях, я не скажу, что много было хейта, но все равно. Некоторые пишут, чему вы там, значит, удивляетесь, радуетесь. Рядом железная дорога, пляж, постоянный шум. Мы любим поезда, для нас это определенная романтика. И шума здесь вообще никакого нет. Наоборот, это так здорово. Я не знаю, это мое мнение. Мне просто, правда, очень нравится. Особенно вечером, когда мы сидим на балкончике. Я вам покажу, мы в этот раз будем на третьем этаже жить. Это определенную атмосферу создает. И те, кто пишет, что ну, это кошмар какой-то, ребят, ну это ваше мнение. Нам нравится. Надули круг, на круге так хорошо тоже искупались. Водичка отличная. 26 градусов. Прекрасно. Ой, ребят, только зашли в свой номер, нам его убрали прекрасно. Работает кондиционер. Хозяйка сказала, специально для нас включили. Вот такой вот номер аналогичный тому, который у нас был. А Миша вон сразу в туалете закрылся. Ладно, посмотрим позже. Давайте выйдем на балкон. Посмотрим, какой здесь вид. О, здесь прям такой обзор на море. Классно. Очень даже хорошо. Так, здесь какая-то стройка. Отлично. Мы здесь еще с вами выше. Ребят, кто-то мне тоже писал. Вот вы так удивляетесь, что за вид горы. Нам нравится. Может быть, вам картинка не передает. А нам очень нравится. Это вечером все зажигается. Здесь такая атмосфера. И здесь горы. Для меня это потрясающий вид. Мы никакие другие виды не видели еще. Второй раз приехали на море. Вот оно море. Очень-очень довольны. Вот в этом гостевом мы жили тоже в прошлом году. Посмотрите мои предыдущие видео. Я в этом году после моря практически не выпускала видео. Только одно у меня было. Поэтому найти будет несложно. Это тоже адрес Добролюбова, 8/1. Вот номер телефона. Ну, у меня в видео все это есть. Так что, ребят, будем располагаться. Сейчас Андрей за шашлыком сходит. И будем кушать. Вот такая вот у нас комната. Так, ну, Андрей сходил, купил шашлык внизу. Вот там шашлычная. В прошлый раз прям в восторге были от этого шашлыка на пересечении Добролюбова и Победы. Сейчас Миша намылся, очень устали уже. На угол, да? Да, наверное, на угол. Давай будем вот сюда вот ставить стол. Пока солнышка тут нету, нормально. И будем кушать. Очень проголодались уже, поэтому мало снимаю. Сейчас покушаем. Мы немножко отдохнули и сходили на Wildberries, забрали Миша костюм. У нас фанат футбола, сам играет в футбол. Да? Ну-ка повернись. Кто это у тебя? Бабка. Да, такой вот классный. Сразу решил надеть. Wildberries совсем недалеко от нас. Идем по улице Победы. Ой, забрала еще вот такой крем. Берем только такой. Наш закончился. Заказала в поезде. Очень удобно, кстати. И сейчас пойдем на море. Сейчас время 5 часов. Солнышко припекает. Про крем. Подумала, что я не очень хорошо вам сняла. Гарниер Амбре Соляр. Соляр, не знаю. 30 SPF. Увлажнение. 24 часа. Солнцезащитное молочко. Мы в прошлом году пользовались им. Всем рекомендую, абсолютно безопасное, действительно увлажняет кожу, и вы никогда с ним не сгорите. Это не реклама, а действительно, вот просто тоже одной блогерши увидела, и только его теперь покупаю.
На Валбрис намного дешевле стоит, что за 500 рублей, что ли, взяла, 560. Ребят, мы уже искупались, солнышко как-то минимально, даже немножечко чилит. Но народу, тем не менее, на пляже не меньше. Солнышко уже садится. Время около 6. Мы сейчас пойдем домой, нам нужно приготовить на завтра. Волны сейчас поднялись, очень здорово. Довольны. Такие вот у нас дела. Ребят, ну вот мы уже идем с моря. Море немножечко неспокойно, но очень тепло. Людей от этого не меньше. Поднялись немножечко волны. Искупались. Честно, даже на берегу не отдыхаем. Мы в прошлом году брали шезлонги. В этом году не стали. И прямо взяли два лежака. Точнее, брали... Что говорю? А, ну да, брали лежаки пластмассовые. В этом году не стали. Просто купили обычные такие лежаки. Мы пока ими и не пользуемся. Вот такая вот обстановка. Солнышко садится, но садится, мне кажется, в пасмурную погоду. В перистые облака. Завтра обещают дождь. Ну ничего, мы найдем чем заняться. А сейчас мы опять сходим в Бирюзу. Кое-что не докупили из продуктов. Хотим готовить. Я вам, наверное, все покажу. Сегодня немножко посидим. Может быть, возьмем шампанского, рыбки. Отметим наш приезд. В общем, настроение отличное. Ребят, вот и закончился наш первый день на море. Мы намылись. Весь день был такой занятой, интересный, очень классный день. Мы сейчас посидим, покушаем. Взяли рыбки копченой, красной. Что еще у нас тут? Фрукты, рыбка, сыр. Я не стала показывать, мы ничего такого особенного не брали. Просто чуть-чуть посидим, ляжем спать, потому что такой насыщенный у нас был день. Как всегда, лазаревская, вечерняя. Сидим на балкончике. Сейчас покажу. Вот так вот сидим на балкончике, вид на море, столовые. Все как всегда. Тоже люди отдыхают. Тут вот некоторые песни пели, русские народные. В общем, ребят, на этом буду видео свое заканчивать. Желаю вам хорошего настроения. Пока-пока!